Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил внеочередные парламентские выборы в Армении. В воскресенье парламентская фракция правящего блока «Мой шаг» встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи было констатировано, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика парламентской оппозиции. Об этом, как передает канал 13, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице фракции Facebook. Также отмечается, что среди широких слоев общественности не сформировался запрос на проведение внеочередных выборов. В сообщении обращается внимание на то, что фракция «Мой шаг» продолжает поддерживать премьер-министра и правительство в реализации дорожной карты, представленной 18 ноября 2020 года. Напомним, что после подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.